Здравствуйте. Мы наконец-то в Выборге приехали, добрались. Мы уже успели покушать. Я успел одеть свои модные широкие штанцы. Такой вот ленточкой. Это значит, я готов. Сейчас нам предстоит путь 32,8 километра по самой ужасной дороге. Там трассы русские, и вообще грязь, вода. Но потом нас будет ждать рай финский. Сразу пересечем границу и будет рай. А пока нам придется помучиться 32 километра. Надеюсь, мы успеем до 12 часов туда приехать по плану. Погода нас радует. Дождя нет. Жарко вообще. Я прям вообще горю. Огонь, пацаны. Все. Собственно, мы только что из бани вышли. Тут с Егором по дороге нашли. Вот такие веселые ребята. Тут хорошая дорога, очень качественная. Вы уже чувствуете в Финляндии. И очень красиво. Только пар из всех селей прорвется. Вот, несмотря на все испытания, мы добрались до самого интересного в Финляндии. Это веломост. Специально для велосипедистов все сделано. Мы очень долго его искали, наконец-то нашли. Погода все так же радует. И сейчас у нас будет пикник. Итак, мы жутко выбились из графика, потому что начали собирать другие, которые здесь просто на каждые 10 метров. Вот смотрите, как красный нашли. Вообще я чувствую себя прям маслом тысячи озер. Проезжает тут куча озер, вообще красота. Вода, солнышко. Только мы не знаем, что будем делать с грибами. Ну ладно, уже надо собирать, раз начали. Ну вот, наши скитания и закончились. Наша миссия выполнена. Мы преодолели границу с Финляндией и добрались до нашего уютного кемпинга. Ну, почему-то мы искали его долго. Не знаю, кто в этом виноват. Но в итоге мы нашли, у нас есть Big Red House. У нас есть там два койко-места. И никого из людей больше нет. Там есть электричество, лампочка Ильича. И такое все стилистики детского лагеря. А это знаменитый памятник мужика. Первого финского мужика с дубиной. Это прям самая главная достопримечательность этого города. Вот и закончились наши деньки в Финляндии. Точнее, один день. Сейчас мы... Погода стала унылая. Питерская прям. Сейчас мы стоим в последнем магазине в Финляндии. Граница буквально в 100 метрах от нас. Мы плутали, искали дорогу, боялись, что опоздаем, но в итоге мы приехали на час раньше, чем надо, поэтому сейчас небольшой отдых, дальше пересечение границы, дальше грибы, сбор грибов, а потом отдых в Выборге и электричка в город. Тут было интересно, много пейзажей красивых, масло тысяча озер, я вспомнил еще раз, напомнил. Мы спали в крутом коттедже, как похожего на пионерский лагерь. Финской еды мы почти не ели, все наше, местное. Вот. Но зато подышали воздухом их, мы этим довольны. Всем спасибо, всем до свидания.